В рамках первого торгово-экспортного форума «Север-Юг» иностранные делегаты посетили морские порты региона. Сначала участники из 12 стран ознакомились с работой морского порта «Актау». Затем было организовано совещание на территории специальной экономической зоны. Речь шла о развитии транзитного потенциала Мангистау. Масштабное мероприятие, которое впервые прошло в регионе, важно для развития экономики региона в целом, говорит заместитель акима области. На форуме были подписаны важные договоры, в том числе мы создаем условия для облегчения прохождения многих товаров, например, железнодорожных перевозок с 50% скидкой. В будущем мы станем мостом между Китаем и Европой, продемонстрируем возможности осуществления здесь перевозок, и все транзитные заявки соседних стран будут проходить через нас. Министры транспорта зарубежных стран намерены реализовать инвестиционные проекты в нашем регионе и уже готовы сотрудничать с правительством страны. Во-первых, хочу поблагодарить Министерство транспорта Казахстана за этот форум. Он прошел очень интересно для участников из разных регионов. Мы рады от имени Министерства транспорта, коммуникации и информационных технологий Омана принять участие в этом форуме. Готовы работать с различными государствами в рамках транспортного коридора «Север-Юг», особенно с Казахстаном. Оман готов упростить логистику между этими транспортными коридорами, необходимую для торговли и бизнеса. Мы заинтересованы в работе с правительством Казахстана. Актау – это перспективная зона. Через этот коридор мы также связываемся с портами Актау, в целом работаем в направлении бизнеса с Казахстаном и другими его регионами. Следующим объектом знакомства с транспортным потенциалом области стал порт Курык. Руководство ознакомило делегатов с инфраструктурой проекта, являющегося важной частью Транскаспийского коридора, производственными показателями, а также планом дальнейшего совершенствования логистических маршрутов, и провели экскурсию по терминалу Сажа и парому Азербайджан.